А вы знали, что ваш телевизор и саундбар не умели воспроизводить звук синхронно до сегодняшнего дня? С режимом Q-Symphony вы можете наслаждаться потрясающим звуком ТВ и саундбара одновременно. Работая вместе, телевизор и саундбар воспроизводят более глубокий и объемный звук. И это очень просто настроить. Готовы попробовать? Просто следуйте инструкции. Для начала вам нужен HDMI или оптический аудиокабель. Если у вас HDMI, просто подключите кабель саундбара к телевизору. Когда все готово, перейдите на экран быстрых настроек. Выберите вывод звука в меню быстрых настроек. Далее вы увидите саундбар и ТВ, которые подключили, как здесь. Разумеется, это можно сделать и вручную. На этот раз пропустите быстрые настройки и перейдите в меню настроек. Выберите настройки, потом звук, а дальше все как в прошлый раз. Видите саундбар и ТВ, которые вы подключили вместе? Просто выберите ТВ плюс АВ саундбар. Вот и все. Легко, правда? Q-Symphony позволяет наслаждаться профессиональным звуком, чтобы вы не смотрели. Ну что, готовы погрузиться в звук на кардинально новом уровне?